Главного охотинспектора Омской области могут арестовать на 15 суток. В отношении Виктора Данилова возбуждено дело об административном нарушении. Напомню, в феврале охотники Колосовского района задержали в лесу чиновника и его зятя, местного лесничего. Якобы в их рюкзаках находилась туша рыси, отстрел которой в области запрещен. Во время инцидента Данилов на своем снегоходе сбил одного из охотников, который снимал все происходящее на видеокамеру. Пострадавший получил травму ноги и написал заявление в полицию. Теперь Данилову за то, что он наехал на человека, а затем покинул место ДТП, грозит арест до 15 суток или лишение прав до полутора лет. Мы будем следить за развитием событий.